Каждому по лопате и саженцу. В составе экологического десанта участницы сообщества «Про-женщин» и депутаты городской думы. В помощниках – жители близлежащих домов. Территория Самарской набережной рядом с шестым причалом стала еще красивее. Тут появилось продолжение аллеи каштанов. В прошлом году мы начали первый этап. Порядка 30 каштанов посадили, сегодня еще 20 будем сажать. И если место останется, еще досадим. Важно, потому что это единение, важно, потому что это хорошее настроение. И, конечно же, это благоустройство района и города. Каштаны выбраны не случайно. Они символизируют доблесть, мудрость и заботу. А еще они прихотливы, хорошо переносят разные почвы, любят свет и устойчивы к ветрам. Каштаны очень красиво распускаются, красиво цветут, и они... такие долгожители всегда и в наших условиях хорошо приживаются. Эколого-патриотическую акцию приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Но сегодня такое вот важное событие. У нас присутствуют два ветерана Великой Отечественной войны, которых мы поздравляли в преддверии 9 мая. И в честь них также будут сегодня высажены деревья. Примерно через 3 года деревья начнут цвести. Когда они разрастутся, у горожан появится новое место для прогулок и отдыха. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.